Если вы с утра решили хорошо себя вести, смело в шкаф себя введите и ныряйте в темноту. Там ни мамы нет, ни папы, только папины штаны. Там никто не крикнет громко: «Прекрати! Не смей! Не тронь!» Там гораздо проще будет, не мешая никому, целый день себя прилично и порядочно вести.